как правило, люди сильно привязываются к своим любимцам и считают их полноценными членами семьи. Однако так бывает не у всех. Некоторые недобросовестные хозяева не берут на себя ответственность за жизнь животных, которых они приручают. Многих кошек и собак бросают из-за старости, беременности, проблем со здоровьем и даже из-за изъянов во внешности так произошло с кошкой из этой истории, которая лишилась почти всех зубов. Ее хозяева подъехали к лесистой местности, бросили беднягу прямо на дороге и уехали, оставив живое существо погибать в незнакомых условиях без еды. Несчастная кошка сидела на дороге, прижавшись к асфальту и дрожа от холода и страха. Она не понимала, что происходит вокруг и куда ей идти. К счастью, ее заметили местные жители, которые отнесли ее в подвал, чтобы уберечь от холода. Кошка прожила в подвале месяц, а потом она заболела и начала отказываться от еды. Состояние животного ухудшалось с каждым днем. Тогда за питомцем приехала волонтер и отвезла его в ветеринарную клинику. На тот момент кошка была очень слабой и только неподвижно лежала. Врачи выявили у животного воспаление легких. Волонтер начала лечить подопечную, у которой уже не было зубов, она питалась только влажным кормом. Пушистой девочке становилось лучше, но потом болезнь снова повторилась. Кошка снова перестала есть, температура тела понизилась, и появились непонятные выделения. Очередное обследование у ветеринара выявило воспалительный процесс, а также проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом животного. Кроме того, из-за сильного стресса бедняга начала выдергивать клочьями шерсть, поэтому ей начали давать успокоительные препараты. Было решено стерилизовать девочку, так как была вероятность возникновения воспаления матки. В ходе операции врачи обнаружили и устранили жидкость в брюшной полости животного. Кошки удалили корни зубов, которые начали гнить, что также негативно сказывалось на ее здоровье. Сейчас кошечка находится под опекой волонтера и все еще проходит лечение. У нее появился аппетит и даже хорошее настроение. Она уже реже пытается выдернуть шерсть. Надеемся, что после лечения кошки удастся устроиться в хорошую любящую семью. А пока заботы и расходы за ее лечение возложены на сильные плечи волонтера. Эта история является поучительным примером для тех бессердечных хозяев, которые бросают своих питомцев на произвол судьбы, не задумываясь, какие мучения им приходится пережить, чтобы выжить.